Всем привет! Привет! Вы на канале? Шикаяма. Правильно. И мы сегодня снимаем очень классный напиток. Мы его снимаем не просто так. Все дело в том, что по всему миру объявили эпидемию. В Москве вообще карантин, все закрыто, все лечатся. И мы хотим что-нибудь приготовить, чтобы нам помогло поддержать наш иммунитет. И сегодня мы будем готовить отвар из шиповника. Очень классная вещь, очень богата витаминами С, Е, А, там всякими куча микроэлементов, антиоксидантов. В общем, это то, что сейчас нам надо нашему организму, чтобы не подхватить этот ужасный коронавирус. Готовится он очень легко, не особенных каких-то телодвижений от вас он не требует. Прежде всего, нам понадобится вода. Мы ее включаем, она должна закипать. Ну и, естественно, нам понадобится шиповник. Я вам рекомендую выбирать вот такой вот черный горный шиповник. В нем гораздо больше всяких полезных веществ. Вообще, более насыщенным получается наш отвар. Итак, как же мы его делаем? Сейчас я вам рассказываю, вы запоминайте. Значит, мы сначала доводим воду до кипения. Мы убавляем огонь. Давай, Алиса, засыпай шиповник. И сейчас мы его провариваем на медленном огне. Просто пару минут, чтобы кипящая вода размягчила кожуру шиповника, и он бы спокойно отдавал все полезные вещества, которые в нем содержатся. Но варить шиповник мы не будем. Мы будем делать из него такую плотную настоечку. Я вам все сейчас расскажу. Ну вот, наш шиповник уже кипит 2 минуты. Вода уже потемнела. Сейчас мы выключим плиту и накроем фольгой. Накрываем фольгой. Я накрою. А то горячее все, чтобы ты не обожгла. Можно обжечься. Нужно очень аккуратно. Итак, накрыли. И теперь он должен у нас постоять где-то с полчаса, лучше час. Прям дайте ему хорошо настояться и пейте, наслаждайтесь, укрепляйте свое здоровье. Наслаждайтесь, пейте, не болейте. Если вы ходите, обязательно берите вот этот напиток. На всякий случай, ну, наслаждайтесь. Пока. 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 Thank you.